Так, ну, по крайней мере, теперь у меня не одна, а две 34-ки, а это существенно. Вы понимаете, блин? А мог бы быть вообще КВ? Вот у меня КВ нет, я не могу КВ вызвать. Чего у тебя теперь две? КВ это 34-ки. Ты самый настоящий советский сутенер. Блин, вот вы понимаете, вот гораздо эффективнее было бы взять КВ, но у меня его нет. Почему? Не прокачан. Не то, что я как-то неправильно сыграл, у меня его нет. Не. Есть другой вариант. Купи себе компанию, пройди ее там и получи. Да, КВ. И вот этот легендарный гроб. В смысле, а что там дадут? Ну, за компанию дают типа уникальный КВ с бонусами, со всяким говном. Чё? Типа с да, накладной типа, броней, с линейным стволом. Не, ну там, короче, он типа быстрее территорию красит и быстрее едет немного. Не сильные бонусы, но я не есть. А раньше их, вообще да. Вот техника не красила вроде территорию. Ну, в смысле, бонус юниты, пехота, которая рядом, она быстрее компания красит. Компания денег стоит. Ну, типа, игра бесплатная, а так денег. Ну подожди, по-другому это должно работать. Он не территорию красит, он врагов перекрашивает. Вот появляется у тебя на фоне КВ. Все, пизда, жопа горит, у тебя лицо меняет цвет, он красный. И камуфляж так же должен работать. Он должен перекрашивать лица врагов. Компания, кстати, отвратительная. Просто она 1200 рублей стоит, и при этом там 5 миссий, просто с захватом точек почти что. Типа там как в штурме? Ну, почти так же. То есть там самих точек нету, но большинство миссий ты там 10 минут обороняешься, и потом переходишь в атаку. Ну, типа вот так она работает. И все это с механикой арены. Да, да, то есть там линия фронта, вот это говно. Что здесь происходит? Да я подожди, я голосовую запишу, то мне ВК мучают. Ну выключи. Сережа, звук. Пошел нахуй! Ты дебил? Выключай звук при этом. Не, мне только одно сообщение. И только одно сообщение мы все слышим. Ничего. Действительно. Я знаю, кто он такой. Блин. Схерали нас не подбирает. Тут, походу, 5 на 5 невозможно. Да, да, тут ищет команды тоже из 5 человек. А-а-а, что? Да у нас так вечность будет. Слушай, так нам же пиздец немножко. Мы же так не сыграем никогда. А ну-ка, а ну-ка. Б, баланс. Не вижу. А! Походу, твоя книга была вещая. А точнее, лучше, пускай она будет вечная. Ой, вещая. Конец вечности. В смысле, ты о чем? Ну, ты записал... О, нашло игру, отлично. О, да, ну... а что о моей книге? Ну, читаю я книгу еще. Ну вот, видишь, вещая. Конец вечности произошел. А. Не, книга, кстати, классная. Я сейчас читаю, заебись. Я единственное, что прочитал до своей жизни, танковую энциклопедию. Так, блять, я что и рассказываю. Смотри, считаем от края. Вот берем карту, делим ее вдоль линии фронта. Первый там идет похуй. Пехотинец, потом танкист. Танкист таким образом прикрывает и центр, и край, так как он вторым идет. Третьим на центр идет похер, опять же, пехотинец там артиллерист, неважно. Потом опять танкист. Так, он опять же прикрывает и край, и центр. У нас даже в логе сейчас, пока мы грузимся, примерно так распределено, но справа будет два танкиста, так что я на центре. Да, 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 да. Потому что вот мы в прошлый раз просто двое на центр поехали, это было некрасиво. Ну, то есть два танкиста были просто на центре. Вот, короче, как сейчас распределены, мы так и едем. Только танкисты договорились, кто-то куда поедет. Блин, давай, я не знаю, сейчас посмотрим карту и... Ну, я тогда на танке наеду. Я на самый правый угол поеду. Посмотрим, какая карта. Такая картина. Я не помню, блин, я не запоминаю. Не все равно все одинаковые на вид. Я такой так, посмотрю на холмик, а это говно. Ну, мне нравится здесь туда ездить. Понятно, я играл немного на этой карте. Так, что это за говно? Я тоже за ботами. Короче, я заказываю сразу миномет и стрелков новобранцев. Так, я смотрю, вы уже что-то взяли да распределились сами. Угу. Так, подожди, что-то какие-то стрёмные. Получается левее центр. Подожди, кто оранжевый? Оранжевый! Алло, панзер, сука, это отвечай. Ты, оранжевый, блять, сместись на пол фронта вправо. Зеленый на целый фронт вправо. Смешно. Учитывая то, что оранжевый это ты, ну да ладно. Да, блядь, ты оранжевый. Сука, блядь, короче, цвета меняются, панзер. Опять, что ли? Да. Погоди,
Опять авиаудары, да заебали вы. Это, походу, те же самые. Ну, только их четверо. Это другие. Я в Дискорде написал, чтобы, типа, там пати из пяти зашло, поэтому нам так быстро нашло их. Ты в Дискорде этих взял? Арены написал. Охуеть. Типа, я ищу игру. Ты это, руки потом помой. Я как-то зашел в Дискорд на сервер этот и вручил фраф. Ну я не на блядь, там, сервере там арены, а на фанатском, меня на официальном на месте добавили. У меня зенитка хотя бы может им пизды взять. Сейчас меня тоже банит, походу. Ну, я там написал, что типа компания говно меня на месяц забанили. Это ли Россия? Нормально. Понимаю. Я, короче, копаю траншеи. Так. Тут у нас дозорные. Бегают. Так, дом, короче, заняли. Не знаю, я его обстреляю вообще. Нас подбили! Бля, там четвертый пазик. Третий. Да хоть второй, оно меня пробивает. И еще и невидимая пушка с фланга. Бля, не фугасами, походу, я его пробью тот дом. Я ни черта не вижу, кто по мне стреляет, сволочи. Бля, ебаный мистер Шмидты. Моя зенитка не справляется? Зимка сейчас помрет. Да я знаю. Заебись. Так, ща я тут. Хмальну. А, это короткоствол. Срочно уйти из-под обстрела! Что ты делаешь, ПТ тупое орудие? Так, я нашел, короче, пушку спрятавшуюся. Ща я покраю их стрелять. Я по центру экранирую чмо. Надо в этот песок походу. Я вот туда отправлю, да? Блять, даже в обороне сука сложно. Поехали! Да, у тебя танки говно, тут в любом случае будет сложно. Я... Да. Орудие нашли. Ага, я его кидаю. Меня пробивают. Все, орудие готово. Не надо прижать. Я тоже одно убил. Так, у меня снаряды тоже. Они мне что, ПТП орудие что ли? А ну мне они не взъебали. Блин, у меня спансонные пушки только под управлением ботов. Грустно. Там сразу. Там уже гранатометчики. А, у спансонного орудия. Не, Блять! Сука! Мне у спансонного орудия. Короче, я на спансонных орудиях только могу брать этих, как их, пулеметы. То есть я управляю спансоном, у которого есть и пушка, и пулемет, и могу управлять только пулеметом. Вообще кайк. Ой, пан, что-то как вот подавили, сейчас я потихонечку прорываюсь. Я не знаю, как вы, но я начинаю ненавидеть эту игру за пиздец, какой дисбаланс. Чё, правда, что ли? Я вот уже начинаю ненавидеть эту игру за её существование. Блин, у меня сейчас только Т-40 есть доступный. Еще полторы минуты добры. О, найс. Убили пасть. Да я специально так поставился. Так и было задумано. Вообще-то да. Все, Т-40. Бля, я не знаю. Они сейчас будут еще пушить центр. Выдвигаемся, ребята! Ничего, еще не вечер. Свободно. Они даже здание одно оставили. Может быть, они сейчас немножко выдохнутся. Так, справа. Серьезно? Не такая техника. Я думаю, то, что у них не только просто техники много, точнее хорошие, у них еще и до хера. А знаешь что? А если бы тут вместо этих ебучих эшелонов были бы обычные деньги, хер бы они качественных юнитов так бы легко наспамили. Тут же вообще похер, какое качество юнитов, лишь бы было в эшелоне. Да. Так можно задонатить спокойно там голдишки, накупить себе до хера премов, поставить их и рашить в начале игры, до самого респа. Алло, заходим сюда. Атака так, завершена. Ляг давай. Переходим к обороне. У меня тут кто? Ко мне танк приехал. Я отправил это. Бля. Так, а там что, танк что ли? Да, у меня танк. Блять, бить его сможешь? Ну, не знаю, все убили. В лагере есть канат. Принято. Все, убили, танк умер. По мне он весьма живой. Да, он все еще едет, если на одном и том же там. Молодящийся.
Ну, блин, они не то что самонаводящиеся, он просто так быстро его кинул. Точнее, не, ну, просто... с такой скоростью. Они с упреждением их научились кидать, вот это хотя бы какой-то плюс. Да и не то чтобы, ну, просто там такая скорость, то что, ну... Второй эшелон. Блин, мне показалось, или эта баба сказала, доступен второй эшелончик? Эшелончик, блин. Я направо Т-28. Мне бы доползти. Давай на центр. Я, ну, я на центре. Панзер, сейчас 34-ка подъедет. Я бы арту хотел еще. Это уж твои заботы. Твою мать. Там, я через shift кидай гранаты по одному, что. Ебать копать. Все, вот это раш егерей, который сливается. Тут эти АИ отряды. Ты бы хоть в дом забежал, и богу. Они ж, тут есть механика штурма дома. Я забаррикадировался. То есть, если у тебя два пехотинца вбегают в дом, где один пехотинец противника, то ты выигрываешь и выбиваешь его оттуда. Там рандом, там на F, можешь. Но когда один на один, да, там типа рандом. Четвертый на медлу. Да, вижу. Медлу. Блин, четвертый пас, это грустно. Я сейчас свое хочу, может. Четвертый пас, это тебе не третий. Так я его убью. А у них стоп, у них нету арти, блядь, один есть. Ты что, меня не видишь, что ли? Там еще. Да ему похуй, меня так. И еще. Ой, блядь. Оба! Охереть, там поперли. Мне даже страшно смотреть. Ай, кажется, там несколько на центре. Переклассифицируемся. Левое орудие легло. Больше на центр народу. Крайний левый на центр. Помогай. Хорошо, сейчас стрел. Блять, арта моя, не трогай! Ты почини там. Сука, не с той стороны отправил. Я их пытаюсь пехоту кидать. Блин, дымовую гранату кинули, гады. Они там и пехота, и всем сразу, надо мне арту их пошелестить. Все танки выбил. Хорош. Танковой поддержки у противника не осталось. Я миномет клан переправляю, хотя там это и в. Так, отставить группировку на центр. Разобрались вроде бы. Те, кто да, уже тут что-то решил воевать, воюйте уж. Вот с КВшкой да. Можно поиграться. О, КВ, секс. Да. У кого? Уж явно что, не у нас авиация? В игре только будет. Только не говорите, что это опять мистер Шмидт, вы уже так задолбали. Гранатомет слева. На левом фланге гранатомет, если что, просто говорю. Прикрой меня короткое время, сейчас я прошел вроде. В лесу пасть. Где мы орудие? Там бы заражки пехоты этот лес, то не мочки. Ну ройте вы траншею раньше. Блин, панзер четвертый, господи. Стреляй, сука, чтоб тебя. Падла ты. А она не достает. Ройте, копайте. Не, хер достану. А, он даже не целился туда, охуенно. Раньше залезть полудурок. Блять. Так, по мне орудие какое-то стреляет. По мне тоже, да, на метлу по КВ. Так, у меня есть некоторые снаряды. Только я не знаю, где он. Четвертый панзер на центр перемещается. Мое орудие пытается убить. Пытаюсь сваливать на противника. Я что, его не пробиваю, что ли? Пробиваю. Я сейчас закидаю. Я его пробил! Пробил, сука! Хорош! А, так, то есть можно не ра... Народ, тут приехали. Вялая оборона. Так, и спал патронами срочно сюда. Народ, вялая оборона здесь. Помогаем. Да, я подожди, я в лесу. Танку, конечно, капец, но реализовать его можно. Блять, ну ё-моё. Панзер, ёб твою мать. Коп, твою мать. Егон, сука. У вас тут пехоты, блять. В окопе сидит. Чё она тут сидит? Ну сказано, центр слаб. Я показал на ямку. Ну вы выдели ты, отправь вперед. У нас правая полностью пробита. Ну, там у меня тут левый фланг бьют немного. Серьезно? Тут танки приехали. Тут три танка у меня. Да у них везде до хера танков.
Я траншею. Четыре. Ай, блядь, тут еще панзер на меня. Гранатометчик, зараза. Боечка. Блин, я как назло перезаряжаюсь. Тратьте пехоты к КВ, пиздец. Он пробивает, спазик пробивают, херачим. Ну так, еле-еле. Нормально вообще-то. Мы уже два раза выпили души, экспаж, как так нужен еще. Убейте его, блин. Там еще пазик. Бля, у меня тут пехота, оказывается, дрочила. Да. Нормально. Отлично. Блин, гранатометчик за углом сидит. Сволочь. Ой, слева нас что-то пенетрирует, так да слегка. Нас сюда пенетрирует. Единственная там, надежда, то, что эта сволочь очень скоро у них закончится, короче. Ну я танки все сломал, как бы. Но будем надеяться, то, что они сейчас танками накидаются, и больше у них их не будет. А третий эшелон. Шо? А третий эшелон. Бля, еще третий эшелон. Но, походу, они вообще просто все разряжают. И ты же заранее не можешь знать, сколько они там это те попали. Ну, в любом случае, у меня есть еще один Т-34, я еще первый не потерял. Я туда отправляю тоже. Блять, что это такое? Уберите базу. Почему? Пусть будет. Че? Так, я пытаюсь вернуть левый фланг. Вот тут чисто, если что, заходить пехотой нормальной. Там танкисты сидят. Танкисты — это отличная разведка. Так, сука. Блять, я орудиями ебаный, ну все. Красавчик. Блин, она еще живой еще. Дай контрольный вот сюда. У меня ПФ-3 тут приехал. Мне больно. Контрольный, ща. Я КВ отвожу, он ХПш. Правый. Зараза. Я по зданию полковой херачить буду. Окей. Ну, слева танчик подошел. Твою мать. Чё там справа происходит? Слева полная жопа. Ну, справа я пытаюсь покрасить, но тут пехота будет. Ага. Слева, моя уга померить успел. Я на центре закрасил каким-то чудом. Слева они не успевают, хотя бы пока что полностью все это перекрасить. А, нет, уже успели. Блин, мне панзер почти слил мой 34-ку. Панзер, панзер, четвертый. Боль, боль. Ахту-нахту. Убил меня. Умеешь ты меня. Блядь, их тут слева. Ё-моё. Стреляй. Ой, ее выбили, лол. А кто? Кто ее выбил? Их полковушку выбили, короче. Господи, это они еще третий эшелон не юзали. С третьим эшелоном надо наконец. Они по левой, я думаю, сейчас с третьим эшелоном просто до конца прорвутся. Знаете, в чем самое обидное? Их четверо, а нас пятеро. Скоро будем на месте. Почувствуй дизмораль. Первый готов. Так у них это были в качестве интер. Второй готов. Я полковуха. Сбоку захожу пятком пехоты и Т-26-м. Лес, да. Блять, а вы... Можно быть еще более убогим? Можно, не нужно. Это, так скажем, бесконечных не предел. Это я понимаю. Ну все, пизда. Что такое? Третий эшелон. Ну, со всех сторон нас уже жмут просто. Справа вообще никого абсолютно из наших. Никого. Так, давай, лево нормально, центр более-менее, кто там не занят. Надо право, сука. Берите какую-нибудь технику легкую хотя бы, пехоту поддержу. У меня СДКФВ еще отправлю. Так, у меня Т-26. Похеру, все отправляйте. Блять, мое это убивать начали. Пидорасы. Так, там... Что на центре происходит? Пазик четвертый на центре хитрожопит. На центре пока ничего не происходит. Бля, нельзя быстро двойным нажатием карту переместить, чем за бред. Я не знаю. Это как-то да, чему-то. Мысль переместить карту двойным нажатием как. Ну после клика. Блин, ты идиот! Карту, блин, там, короче, пазик четвертый стреляет, моя 34-ка гасит, хуй знает почему.
А, они что-то вылетают и сразу пропадают, как это? Гранаты закинь. Есть. Блять! Да ё-моё. Чмошник! Готово. Я прорываюсь. Чуть. Слегка. Ну тут мудила. Помогите с лесом, окей? Откуда прилетело? Блять, еблан, мудила. Из-за... Так. Я им тут немного прорываю. Давайте, мне хелпа нужна. Во, нормальная линия подвинулась. Ну, как сказать? Ну, блин, ну знаешь, хотя бы как-то уже. А. Лучше, чем ничего. Давай. Все, я их пенетрирую. Я правый фланг, короче, это, помогаю тут. Мне тут помогли. Пушку ёбну, давай. Во, нормально. Все, анал карнавал готов. Нам или противнику? Ну, я, короче, неплохо их там так на это присянул. Ну, мы левый фланг забираем, фланг чуть-чуть забираемся. Я правый фланг забираю, все нормально. Мины? Блядь, они по мины, центру, мины! Они правее центра немного прутся. Слева а. Мины. Не знаю, много ли, но было. Тут это самая да, беда. Да. Мой танк тоже подорвало на линии. Там беда. Не, мне пехотинца подорвало. Помогайте. Так, правый фланг отбили. Это да, вот пацаны немного левее, это, короче, херачатся. Блять, их там. Там и Т-40, там и панцирь, там и пехота. Бомбасики. Сейчас меня убьют. Пизда помню. Черчилль? Где? Да. У нас, нас. Короче, я бегу вперед. Не знаю. Не вижу Черчилля. Блин, моих этих погасили, падла. Я о, господи, что там происходит на фланге? Да вот я говорю, справа может поможет немного. Два танка вызвал. Я на фланге попытался что-то сделать, короче. Окей, хорошо, я там на всякий случай здесь еще А, у меня есть гранатометчик, все нормально, сейчас будет. Разворот. Бля, да откуда, почему у них столько этих крутых панзер четвертых? Мы купили, насосали! Твари! Твоему Т-26 немножко пизда, лучше оставь их за камнями, тут хотя бы меня орудие может прикрыть твоего. Ну вот я тоже штанг. Направо. Хорошо, зацепили. Да. Это тоже серьезно. Главное пазика выбить, а там вчера там Т-40. 5 штук. Там убил один пазик. Сейчас Т-40 ляжет, короче, сейчас погодь. Давай. О! Побежали. Вперед за родину, за Сталина. За Гиммлера. Все, они бегут. За кого, простите? Блин, минус вторая 34-ка, у меня 34-ки кончились. Блять, это что такое? У меня полковую за... Что такое было? Ой, блять. Ах ты шлюха. У тебя же снаряды есть, стреляй по ним. Он там на гранатометчике сидит. Нам опасно рашить технику, у них много гранатометчиков. У них много всего. Ну-ка, попытка уничтожить. Ну, право надо перекрашивать теперь. Я подсвечу вам немного самолетик. Лево, продвигайтесь. Хули вы встали налево? Фиолетовый. Раз нет врага, это повод... Блин, они центр, сиську нам делают. Блять, яйца поползли, сука! В смысле, а чё я не могу свои гаубицы по... Я яйца перекрываю яйца. Иди, это, отрежь. Ща будет. Блять, автоматчики кончились, сука! Надо докупать будет. Так, я, короче, центр пытаюсь прорвать. Направо пехоту вперед отправить, а то я ничего не вижу, на там у меня уже закидывают. Пока еще самолет лежит. Так, где мои стрелки регулярной армии Рейха? Вон, смотри, я тебе самолет вызываю. Помогай мне Т-28. Блять, тут приехали. Я орудие выбил, подожди. Блять. Гамасики приехали. Я ему орудие сейчас немного закидаю.
Многовато что-то кинул на орудие. Да блять, они так сами хотят, я не виноват. Кликнул. Они хотят войны. Они ее получат. Так. Ага, вон блядь, четвертый на краю права. Пизда твоему, пизда твоей тэшки. У кого-то из вас запенетрировали тэшку. Главное Черчилля подставлять под пехоту. Он Черчилль у меня на двигле. Сломан, я не могу двигаться. Я сюда полковую вызову, чтобы она прикрывала от пехоты чуть-чуть. Так, автоматчик регулярной армии, умри. И по-хорошему еще здесь подвести к твоему Черчиллю, вот сюда куда-нибудь. А то у меня не хватает... У меня пехота заканчиваться начинает. У меня остались только самые обычные стрелки новобранцев. Новосранцы, короче, блять, они особо-то не половины. А я могу еще что-то... Типа у меня много чего-то интересного есть. Блин, да откуда ведут огонь? Сука! А, привет. Я на всякий пехоту отправил. Вон, стреляй по ним. Так. Они везде! Везде. Тони, они повсюду, чертовы метеоры! Чё? Они на деревьях. Чем тут метеоры-то? Блять. Не спорь со мной и давай двигайся. Двусмысленно. Сука! Блять, они меня тут начали уже поджимать. Ща я их из дома выбью, короче. Бля, фиолетового забили на левом фланге. Левый фланг сосет. Джим, можешь вот сюда вот немного подавить, а то они мне сейчас всю артиллерию помнут. Я ее хотя бы занять могу, если продавишь. Ну что там, танки, не танки, что там? Пипец, у меня же не начинает заканчиваться вообще блин. Придется всех выкупать. Минус танк. Мой. Понял, короче. Ценой потери всех. Вон, пускай по дому стреляет. Моя полковая будет хорошо по дому. Так, я сейчас дома захвачу на центре, короче. И готово. Левому флангу пиздец. Точно не я. Ну и я правый чуть-чуть отбиваю. Сука, у меня что-то пехоты до хер. Ой, ёпта, ясно, понятно. На улицу. Она же у меня там, оказывается, сидела за песками, за мешками, чтобы прикрывать типа арту. Блять, вы идиоты? На выход, придурки. Вовремя. Да блин, да сколько можно жить? На одну сиську мы выровняли, но другая выросла. Ёбаная немецкая пластические, блять, хирурги нахуй. Ой, короче, немецкие эти. Чмошники, в общем, какие-то. Пидорас. Миллиард хуй знает каких. Да-да-да-да-да, я пушку на него агрю, ну, блядь, диска его должна... Блин, у меня 10 танкистов и один стрелок. Ай, мне. Дуру, вот сюда вот тащите. Все, он вроде не особо-то. Во, хорош. Все, отлично, сиськи более-менее выровняли. Да, вот только им 40 очков, и они выиграли. Блин, тут пацаны с пулеметами. Ну, мы пытались. Черт, мины лежит, противотанковые. О, пизда, меня уже начали додавливать здесь. Я им ничего здесь не сделаю, скорее всего. Просто. Посмотрите на это. Господи. Что? Вообще, покончишь когда-нибудь или нет? Все, мы проиграли. Я рон посередине. Я на дно. Я вот в голове. Я как начинал по центру, так и закончил по центру. Значит, мой уровень. На дне. Говно, тысяча золота. Так.